Он возле южных ворот. Окажи ему должные почести. Разумеется, сейчас пошлю кого-нибудь. Я знал, что он храбрый, но не думал, что безрассудный бедняга. Вы давно знакомы? Пожалуй. Мне нравилось, что он не боится опасных заданий, а я ему... Сколько я ему плачу? Так он помогал поддерживать убежище. Я сообщу обо всем Сиду. Думаю, он будет не рад узнать, что Рэндалл погиб. Да и ты, должно быть, не то чтобы счастлив. Вот тебе за труды. Нужды большинства. Да, вот, друзья мои. Задание мы выполнили. Ну что ж, переходим вот сюда вот. Не хотел я идти, но придется. Раз уже, как говорится, минут. Да? Take a seat, Clive. I'll fetch you a bottle of brown. So you're really going through. Так вы правда решились? Сколько знаю Сида, он вечно хотел уничтожить исходный кристалл. Но дальше разговоров дело не заходило. Он убежден, что решение верное. Скоро мы отправимся в столицу. Да уж, лучше времени вы найти не могли. Даже роялистам не особенно удалось остудить пыл старика Сильвестра. Его легионы снова выступают, теперь уже на юг. Опять война. Видно, такова воля, Грегор. Кровожадная она, дама. А, но боги есть боги. С другой стороны, вам оно может быть только на руку. Воины порождают хаос, как на фронте, так и в тылу. On the front lines and at home. Да. With a fair wind behind. При должном умении пара-тройка пронырливых лиходеев легко сумеет затеряться на улицах Орифлама. Вот попасть туда уже намного сложнее. Ты про Нортвич? Да. И нового пути как в Орифлам, так из него сейчас не найдется. К счастью, есть у меня одна лазейка. Это. Нет, не совсем. Это позволит получить аудиенцию у мадам. А вот она уже поможет пройти через Нортридж. Утром я отправлю ей стол, сообщу тебе. Давний друг, симпатизирующий нашему делу. Я уверен, что вы поладите. Спасибо, конечно, но что за мадам? Такая, где ее искать? Она гордая владельца лучшего публичного дома в Нортриче. Зовется Уайлд. Знатная дама в каком-то смысле. Дама, ясно. Да уж, от твоей галантности она явно растает. Как только вернетесь, жду от тебя полный отчет. Отчеты союзников разблокированы. Доступны отчеты союзников. Наведайтесь к Готу у соответствующей стойки в трапезной убежище, чтобы ознакомиться со сведениями, которые сокрушители проклятия собрали о заданиях, выдаваемых по всей Валистии. По всей Валистии. Ясно.
I suppose that's everything. Now to find Gav. Уведомление. Ты же новенький, верно? Уход к твоим услугам, вернее, к услугам убежища. Отто просил меня изучать отчеты от наших союзников и решать, что достойно внимания сокрушителей проклятий или иных добровольцев. А я тебе скажу, бед сейчас немало, хотя зачем говорить к такому крепкому воину, наверняка постоянно обращаются за помощью. Хотя, если интересно, могу уже все же показать свой список. Только попроси. Думаю, пару задач из него ты точно разрешишь. Говорят, добрый поступок — награда сам по себе, но для тех, кому не подходят эти условия, есть дела с оплатой. Так, благодаря членам союзников, предоставляемым Готом, можно получить новые задания. Быстро переместиться к обелискам возле точек, указанных в их описании. Ну что, попробуем. Ну, давайте вот радушный прием. Уж допьте так допьте. Как говорится, о, ты же помощник Сида, верно? Не окажешь ли мне одну услугу? Смотря какую, что нужно. Из Арифлама привезли новых носителей. Господин Квинтен долго уговаривал хозяина расстаться с ними. Видимо, тот еще тиран оказался. Что не делай, молчат как рыбы. Видно, просто боятся тебя. Может и так, но с носителем вроде тебя наверняка разговариваться. Может, побеседуешь с ними? Поможешь обустроиться? Попробую. Вот и славно. Скажешь, что они в безопасности. И если что-то нужно, передам. Спасибо тебе. Вот они сидят, наконец-то смогли передохнуть. Вы же только прибыли. Может, хотите чего? Вас никто не тронет и не накажет, если заговорите по своей воле. Правда? Я хочу есть, и сестра тоже. Мы так голодны. Ждите здесь, я принесу что-нибудь из товарной. Спасибо. Скоро вернусь, отдыхайте, пока. Back from the vineyard soon. Then I better go and give that stew a stir. Can I have another cup, Daddy? I'll have two plates of whatever. Мне две порции того, что подаете. Не дам. Тут своим не хватает, чтобы же чужих кормить. Это не мне, а новоприбывшим.
Прости, не увидела метку. Так ты из наших. С друзьями мы всегда делимся. Возьми хлеба и вина. Что, вот так просто? Потому что есть метка. Ну да. Как наказал господин Квинтен, так и делаем. А он наказал не оставлять дорогих гостей в накладе. И ты не заставляй наших новых друзей ждать. Последи, чтобы они наелись досыта. Hopefully this will be enough. Давайте побежали. Еди, это еды надо дать, подать. Да, да, да. Brother, did you see? That bearer spoke to a master. О. Вам дали хлеба и вина. А правда можно? Да, конечно. Конечно, можно. А в чем дело, друзья мои? В чем дело? Конечно. Расслабьтесь. Надо же, еще ни разу в жизни, братец, мы будто во сне сели, на нас не кричат, поели, и могут дать еще. Знаю, трудно поверить. Вы теперь свободны. Если проголодаетесь, просто попросите еды. Спасибо, спасибо за все. Так. А это, наверное, с виноградом хрен. Quinton will never forgive me if I don't save that crop. Эмиль, ага. Да мне не битва за урожай. Привет, дядька. Я ни в чем не виноват. Постой-ка, это же слава Грегора, знак повешенного. Я думал, ты разбойник. Может, друг господина Квинтона поможет мне в его винограднике лучшим на весь остров завелись гигантские осы. И тебе нужен тот, кто их потравит. Да, я никогда не видел таких зущих ос, да еще за пределами леса. Видно, запах привлек. Не мудрено, в этом году ожидается чудный урожай. А эти твари могут его сожрать. Я пытался их прогнать, но меня кто-то... А если не соберу виноград, господин Квинтон задаст мне трепку. Прошу, помоги другу в беде. С виду ты мечом недурно владеешь. Если избавишься от ос, я смогу наконец-то заняться делом. Хорошо, помогу. Спасибо. Иди к стогам Голтона, что на окраине города, и поскорей. Лослингу нужен виноград.
Так, секреты виноделия. Заглянуть за эту дверь? Я не позволю. Ладно. Так, пойдемте, пойдемте-ка. Битва за урожай. Приходится побегать, приходится. Ну ничего, зато на то она игра. Постараться в полной мере ее пройти. Холмы Арабель. Вот виноградник, думаю, пару ос я одолею. Так. Сейчас, подождите. Еловых жуков сейчас соберем. Пойдемте, друзья мои. Пойдемте. Одни спецзадания. Одни спецзадания, блин. Лостринг. Опять вот по тьмах лазит, тоска. Сейчас опять этот погреб найди, блин. С этим мужиком. О, она здесь с нами и не ходила. Осы больше не будут донимать тебя. Спасибо. Теперь господин Квинтон пощадит меня. Но ты заслужил награду. Богатеи мира Сидра платят за наше Голтонское красное. На эти деньги мы кормим своих друзей, защищаем наш дом от имперца. Кстати, это господин Квинтон придумал посадить виноград, чтобы обеспечить носителей кровом и работой. И его идея явно сработала. Рад был помочь. Он обязательно узнает о твоем поступке. А как созреет вино, мы выпьем бокал другой за твою честь. Твою честь.
Ну вот так, друзья, мы вот... Черная кровь. Понятно. А это что такое? Привал Марта, еще одно доп. Задание. It's true. Burn to the ground. А, да, вон он, Квен. Квендели, да? Сейчас, подожди, тетка. Что у этого кренделя есть? Take care out there, eh? Где нет ни хрена, блин. Типа у союзников. Я же тебя знаю, ты друг Марты. Прошу, помоги нам. Чем помочь? Золотые стойла. Пришли разбойники. Мечи наголо. Как все началось, я сбежала через черный ход. Зря не осталось, но поспеши туда. Хорошо, сейчас наведаюсь. Сколько их было? Я не успел сосчитать. На вид ли они грозные? Будь осторожен, ладно? Кот из дома. Ну что ж, ребята. Сейчас мы тут с вами потолкуем, ваш мать, бля, мух. Знаете, до Марта здесь одни медяки. Привет, ребята. Соскучились? Славно у тебя меч, дружище. Поди, тяжелый. Мы поможем тебе его снять. Да не вопрос. Ну как, ребята? I'll be keeping my blade, thank you. Меч останется при мне, друзья мои. Вот он, герой золотых стоил. Перед всяком отеле будет неповадно грабить нас. И все благодаря тебе. Жалкие трусы, небось, дожидались, пока я не уйду. А почему? Без тебя тут за порядком никто не следит. Кровавые топоры присматривают. Но у них и своих дел хватает. В каждом месте не поставишь. Хоть мы под крылом империи, в целом на нас всем плевать. Если бы не было меня до топоров, сюда бы ни один торговец не поехал. Ясно. Розария, благодарна тебе. А мы тебе. Ты-то всегда выручишь. Держись. Когда будешь наведаться к нам, с меня всегда будет угощение. Ладно, выпускай линию, все парень, беги, пока метлой не задело. Тут сама Марта присмотрела. The hour.
друзья мои. Так, допок больше пока нету, да? Допок пока больше нету, ладно. Ну как? Внеплановая топка тут, видишь? Да как бы вот я не знаю. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. What do you suppose it could be? Ну я не знаю, тут поговори с Гэвом. Так, ладно. Ну пойдемте, друзья, кому там доп задание интересное. Ладно. Ну я не знаю. Ладно, пойдемте. Исправлять ошибки. Well, так, 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 куда спешишь? Исполнять приказ. Не думал, что ты так послушен. До твоей покорности мне растерости. Что? Самое время позадничать, согласны? Нас будет четверо. Нет, Гав не идет. То есть даже трое? Сердце Империи, голова дракона. В Арифлеме бардак. Но это не значит, что туда можно провести целую армию. Чем нас меньше, тем лучше. Если план сорвется, просто призовем наших айконов. Сид, я не знаю, смогу ли, и Фрид все еще действует по своей воле. Обычно воплощаться в айкона несложно. Впрочем, и ты необычный доминант. Ну да, Дарт Феникс ведь никуда не делся. Да и силы Гаруды тоже. Ко всему, Клайв когда-то был лучшим щитом всей Розарии. Как по мне, при случае, он и без магии выберется из столицы. Обойдемся без крайности. Разделимся, чтобы нас было сложнее обнаружить. Жду вас в Нортриче через несколько дней. И не балуйте. И не балуйте. Да постараемся. Да уж постараемся. Да уж постараемся. Да уж как-нибудь. Постараемся. Лост, опять Лоствик. Да. Пойдемте. Так. But how did the grocer know his daughter had been stealing up to the vineyard to see the lad? Ага, я понял. Май, я понял, понял, понял. Так, двигаемся вот сюда. Идем сюда. Блин, тяжеловато. Сражаться тяжеловато. Друзья мои, ну ничего. Тут еще со стилами надо вот правильно стилы подобрать.
очень важно. Если вот ошибешься, ну там тяжко совсем, ясный путь. Так, добраться до Нортрича. Ну что ж, Нортрича, да, на Нортрича. Так, идем. Ну это если тут какой-то вот это будем. Да я. Хороший мальчик. Мы вдвоем бежим. Солидно попался дракончик. Так, идем. Идем. Готовим. Фух.
all you've got for him. Get him. Ага. Это ж хорошо. There. Northridge. Вот и Northridge. Ну что, по пути немножечко это самое. Живности побили. Упоминали бордель, но к северу от условного места. Надеюсь, у мадам есть друзья на юге. Мадам так мадам. Oh, and a chine of roast antelope. Well, how about a plum for the apple of your eye? Так, тут торговец должен быть. Давайте. Обелиск. Посмотрим. And what can I do for you? Ну-ка посмотрим. Это метеорит. I'll be here if you need me. Have you no other bearers? А других носителей нет, эти двое староваты. Ваша правда. Зато не бессильно. Где-то надо их вам должно хватить. Мадам, мадам. A moment, my lady. Миледи, на минутку. A moment. A moment. Сомневаюсь, ты сможешь позволить тебе такую роскошь, меченый. My mistake. Извините. No, mine. Нет, извини. А тебя хоть не разит так? Как обычно, от вашего собрата. Цветы. Отто всегда знал, как мне угодить. Уж по сравнению с Сидом, так точно. Ну, а ты сможешь угодить мне, Клайв? Вы та самая мадам.
Let us leave, sir. Давай оставим этот безликий титул менее приятным клиентам. Ты же зови меня Изабеллой. Отто заверил, что тебе можно доверять. Он ведь не ошибся, правда? Да, мне можно доверять, но зачем вам помогать тебе? Таков уж мой долг. Давным-давно Сид проявил ко мне участие, как другие отвернулись. О таком не забывают. Без его помощи мне бы ничего не удалось добиться. Поэтому я стараюсь отвечать тем же, когда могу. Ну давай о деле. О последнем препятствии между тобой и тем, что тебе там нужно, священная столица. Боюсь, стража вряд ли спокойно пропустит носителя без хозяина. Разве что... Что? Разве что его хозяин вдруг объявится? Да, так должно сработать. Но я буду ждать от тебя ответное слово. Какую? Мадам Изабель. Нортридж, поговорите с Изабель. Ну что ж. Что вы творите? Давай-ка не показывать всем, что я дозволяю своему меченому такие войны. Если не вам, не тем, кто поставил мне метку. Но и скрыть я не могу. Это клеймо очевидным образом не упростило тебе жизнь. Однако сегодня, благодаря ему, ты получишь то, что хочешь. Просто подыграю. Уже возвращаетесь в Вуаль? Конечно, дорогой, нужно ведь подготовиться к встрече с вами. А это кто такой? Мой новый защитник. Даже опасно расхаживать одной даме, когда на улицах. Вы уж не замучьте его. Но это зависит только от вас. Увидимся на закате. Постой-ка. Очередной меченый. Твое счастье, что ты с мадам. А теперь сгинь с глаз моих. Зря волновались. Зря. Меня ведь могли узнать. Но обошлось же. А даже если бы узнали, то все равно ничего бы не сделали. Господа из гарнизона – постоянные клиенты. У нас с ними есть договоренность. Как и у нас с тобой. Так что следуй за мной. Мы поболтаем еще в Вуале. Не то, чтобы у меня есть выбор. А
А если кто-то спросит, скажешь, что ей не здоровится? Мадам, вы само очарование, как и ты, милая. Подготовить для вас ванну? Нет, незачем. Мой милый Клайв, добро пожаловать в Лай. Спасибо, что провели меня с воротами, леди. Я перед вами в долгу. Что хотели, то и получили. И я же просил за меня Изабеллой. Ты что-то слишком серьезно. Вряд ли Сид научил тебя такому подходу. Вы говорили об услуге. Что с меня требуется? Не хотелось бы заставлять моих друзей ждать. Если ты о Сиде и девчонке, то не волнуйся, они все еще в пути. Да, по просьбе Отто я и им помогла. А насчет услуги нужно отыскать кое-кого, одну из моих девиц. Татьяна ушла несколько дней назад и даже записки не оставила. Я боюсь, как бы с ней не случилось чего. Моя жизнь связана с поисками кого-то, и не всегда успешными. А я готова положиться на тебя. Да, вот возьми. Луна и звезды от Изабель. Знак доверия. Надеюсь, поможет отвести любопытный взгляд от твоего милейшего личика. А теперь меня ждут дела в железном кувшине. Приходи туда, если что-то разузнаешь. Понял? Да, есть поблизости доступное задание. Ты явно свой, раз носишь брошь, мадам. Она доверила мне поиски одной из своих подруг. Ее зовут Татьяна. Что ж, я не утешил ее. Вы виделись перед уходом? За день до него. Она плакала, потому что потеряла гребень, подарок от мадам. Ничего особенного, но для нее ценная вещь. Понимаешь, Татьян была сиротой, мадам заменила ей мать, как и всем нам. Так ей было горестно. А я не поддержала, может, кто-то другой понадобится. Татьян жила не одна. Вдруг ее соседка что-то знает. Вон она у пруда. Спасибо. Так. Ну ладно, мы сейчас здесь пораспросим про Татьян. А потом уже все остальное. Значит, ты новый страж, о котором все говорят? И уже бегаешь по поручениям, бедный? Устанешь к вечеру, когда начнется настоящая работа. Мы не сказали, что ты жила вместо Татьян. Она тебе что-нибудь сказала перед уходом? Перед тем, как пропала? Только про встречу с кем-то. Имени она называла, но я-то знаю, о ком шла речь. О ком? О солдате из гарнизона. Приставучий был, все деньги спускал на девчонку и вечно ссорился с другими ее клиентами. Бегал за ней, как щенок. Поначалу Татьян было приятно, но вскоре стало страшновато. Она думала поделиться своими опасениями, но мадам радовалась прибыли.
А рассеивать ее не хотелось, расстраивать. А ты хоть раз видел этого солдата? Конечно. Он столько раз пытался залезть в нашу комнату. У этого плута шрам на глазу. Вроде как боевая рана. Ты мне очень помогла. Не дай ему уйти безнаказанным. Найдешь его, найдешь и ее. Человек из гарнизона. Видите, придется с ним разобраться. Так, ну что, задание возьмем, друзья мои, еще. Ну да, чтобы... Ладно, а потом уже сейчас мы... Задание возьмем. Из допки. Этьен торговец. Простите, не мог не заметить знак Луна и Звезда, значит, твой компаньон, мадам. An associate of the dames? Да? Might I trouble you for не окажете ли мне услугу за вознаграждение, конечно? Exactly а кому требуется помощь? Ах, что это я? Меня зовут Этьен. Я простой торговец, правда, достаточно удачливый, чтобы числиться среди знакомых мадам. У меня есть несколько клиентов за воротами. Вот только стража в последнее время стала бросать косые взгляды. Я надеялся найти того, кто разок возьмет мои дела на себя. И лучше работника хозяйки Вуали тут не найти. Можете ли вы помочь ближнему в трудный час? Да. Чудесно. Задача простая. Пройти через ворота и доставить посылки моим чрезвычайно важным клиентам. Всего их трое. В овощной лавке, аптеке и винокурне. Нужно ли сказать, что вы принесли кое-что прямо с хозяйского стола? В опасности никакой? Нет, конечно, просто пара мелочей, которые хотят заполучить люди за пределами города. Естественно, вы вольны заглянуть в посылки, но советую так не делать. Настоятельно советую. The right to confiscate any objects forbidden. Scales, meat, ciders, fresh fish, all from the sea of prices. What did you say was in these pies again? I warn you now. Сразу скажу твоему брату, я ничего не дам. Даже за деньги, где твой хозяин? Where's your master anyway? Этьен sent me. Меня послал Этьен. Он обзавелся носителем, значит, дела идут гору. Давай поскорей, пока стража не видит. Before the guards notice. Хоть одна ножа с плеч. А это Тиана. Это выпивка. Не просто выпивка, но и лучшая, специально очищенная для самых привилегированных. Если сразу увидит, то мигом отберет. Спрячь хорошенько, ладно? Если Тиану понравится, у меня найдется еще, разумеется, не за так. Я не веду дела с меченными, а со мной придется посылка прямо с хозяйского стола. Я тебя не знаю, где торговец Этьен.
Там, где стражи, не вдомек, чем именно он занимается. Ладно, давай сюда и пошел прочь. В этот раз легче обычного, Меченый. Если я узнаю, что ты меня надол, могу отнести назад. Да как ты смеешь? Хозяину стоит несколько укоротить твой язык. Если бы тебя прислал кто-то другой, сюда бы уже несли цепи. Вот плата, забирай. Изгинь с глаз моих. Сигары. Эти сигары стоят дороже твоей жизни. Береги их. Для Мечина здесь ничего нет, уходи, Кэш. У меня посылка для Этьена, прямо с хозяйского стола. Что ж ты сразу не сказал? Времена трудные, но может стать чуть легче, хоть и надолго. Прошу прощения за грубость, ничего личного, подожди здесь. Вот скажи Тену, я держу свое слово. Духи. Лучшее из Орифлама, как обещал. Perfume, cigars, and spirits. Someone has expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. That's the day done then. That the legions are ready to march again. The markets are a veritable riddle. Ты вернулся. I believe these are yours. И не с пустыми руками. Замечательно, мадам будет довольна. Да что ты, даже если случайно узнает, на что ты их обменял. Вы про кристаллы? Говорили бы прямо. Почему не сказал сразу? Честный человек вынужден носить оковы обмана. Я не стал рисковать, чтобы вы не попались в стражи. Нам с вами известно наказание за торговлю кристаллами без разрешения, даже теми крохами, что я дал. Если не знать, чего тебе могли стоить сегодняшние труды, то будешь только крепче спать. Несмотря на риск, наши друзья за воротами все равно готовы отдать свои лучшие товары, хотя в обмен получают такую мелочь. Не знал, что теперь кристаллов так мало. Как зубов у Чокоба, потому-то на рынке с руками оторвут даже осколки. Думаете, это низко? Наживаться на чужой беде? Думаю, ты делал лишь то, что необходимо. И мадам бы с вами согласилась. Точно. Вот награда за ваш труд. Я выполнил порученное дело, и стража ничего не знала. Благодарю. Наша общая подруга тоже его благодарит, когда узнает, кто помог. Слушайте, опять на пределе.